Приветствую всех. С вами Ирина Маркелова-Агапова. И хочу вам сказать, похвастаться. И мне очень приятно, что на мой канал стали подписываться очень-очень часто. Не знаю, много это или немного, за день где-то человек 50 или 100, без всяких накруток. Мне очень приятно. И сейчас я зашла в аналитику своего YouTube-канала и смотрим, что общее время просмотра, конечно же, канал у меня монетизируется, 223 тысячи просмотров. Текущие за 28 дней 34 тысячи и 2. Так, это, кстати, за 28 дней, не всего. Подписчиков у меня за 28 дней прибавилось 553. Вот 500 подписчиков за месяц. Это очень здорово. И мне капают денежки. Уже вот $35 у меня накапало. И если здесь посмотреть, вот март, апрель. Вот мы видим, сколько здесь просмотров идет. То есть люди меня смотрят вот... По 12 тысяч просмотров, по 7, за 3 дня 4 тысячи и так далее. Что очень-очень здорово. Вот 4 апреля 8990. Это я вам показываю без всяких накруток. Это аналитика канала. Действия в режиме реального времени. Просмотры за последние 48 часов. 3502 это... Вот, за 48 часов, представляете? И самые лучшие видео, которые постоянно комментят и смотрят, только вот неделю назад было 100 тысяч гель для стирки белья. Я как-то снимала, даже не оптимизировала видео, ни хэштеги, ничего не ставила, даже не готовилась, не красилась. Просто так вот сварила гель для стирки белья и сняла его. И люди постоянно комментят, эта тема прям зашла и понравилась многим. Когда я познакомилась со своим мужем, я его постригла. А, это за последние 28 дней 173 тысячи. Вот. И люди также комментируют и смотрят. Полетел еще и обзор отеля «Аврора» в Турции, когда мы были, тоже люди начали его смотреть. И так далее. То есть у меня канал разносторонний, он не только посвящен заработку в интернете. Я снимаю все подряд, как я отдыхаю, как развивается мой ребенок, первые слова, как я вот варила гель, как мы путешествуем. Ну, в общем, все. Как найти мой канал, сейчас я вам покажу. Канал у меня закреплен вот здесь в шапке профиля, кто меня смотрит ВКонтакте. Можете перейти и посмотреть, и чем я занимаюсь. Так что всем пока. И помните, видео работает на вас 24 часа в сутки, даже когда вы спите.